Простой обыватель на месте потушенного пожара обнаружит обгоревшие стены и потолок, покрытую копотью мебель и имущество. Для профессионала же эта картина, насыщенная очаговыми признаками. Разобраться и понять искусство огня – непростая, а очень трудоемкая работа даже для профессионалов. Эксперт на месте происшествия расчищает многослойный пожарный мусор, восстанавливает допожарную обстановку и, как результат постепенного исследования термических повреждений, устанавливает место первоначального возникновения горения. Такой алгоритм действий специалист применил и в экспертизе квартиры по улице Московской в Бресте, где не так давно произошел пожар. Вследствие огня было уничтожено имущество на балконе, закопчены стены, потолок и имущество внутри. Мне позвонили, через полтора часа приехали. Позвонили, сказали, что пожар? Да. Как вы считаете сами, в чем причина? Могло быть так, что это окурок залетел от соседей? Наверное. Окна закрывало бы, ничего не произошло. А вот в тот день не закрыли? Вообще никогда не закрыли. Просто на проветривание ставите? Окно было открыто полностью, там деревянная рама. Так ли это? Судебный эксперт анализирует термические повреждения на ограждающих конструкциях, мебели. Выходит к очагу пожара. Впоследствии анализирует возможные причины. Если там у нас находилась электропроводка, мы расчищаем пожарный мусор, находим оплавленные электрические проводники. В дальнейшем эти оплавленные проводники мы исследуем у себя в лаборатории в управлении. Вот. Если это какое-то теплогенерирующее оборудование, подвергается исследованию оно. Если там находилась горючая среда, которая способна воспламениться от плеч, табачное изделие, мы это тоже фиксируем. Исследуются причины, которые могли вызвать очаг пожара в конкретной зоне. Натуральная ткань, либо совместно с синтетической, они поддерживают, а также бумага, они поддерживают тление. Предварительная версия: на языке эксперта занесенный источник зажигания в виде тлеющего табачного изделия, что означает выброшенный сверху кем-то окурок. Причина этого пожара установлена. Курение в постели, замыкание электропроводки, неисправность перекала отопительных и электроприборов среди распространенных причин пожаров. Но, отмечают эксперты, встречаются и более любопытные: самовозгорание древесного угля, фокусирование солнечных лучей стеклянной банкой, заполненной соком.